После фиксации пластического материала в области рецессии начинаем фиксировать слизисто-костничный лоскут двойным обвивным петлевидным швом, сопоставляя предварительно деэпитализированные анатомические сосочки с хирургическими. Делается вестибулярно в слизистокостничный лоскут, потом нитка проводится нёбно. Нёбно обвивается вокруг зуба. Выполняется вкол в основании нёбного сосочка. Выход в деэпитализированный анатомически вестибулярно. Прокол изнутри слизистокостничного лоскута. Петля в слизистокостничном лоскуте. Вкол в анатомически деэпитализированный сосочек. Выход на нёбную поверхность. Второе обвитие вокруг зуба, вкол в основание нёбного сосочка и выход межзубной контактный пункт, не прокалывая деэпитализированный анатомический сосочек. С другой стороны происходит утягивание лоскута, ушивание. Далее мы приступаем к фиксации слизистокостничного лоскута в новом положении с ушиванием вертикальных разрезов в самом апикальном положении.